Девчонки, всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И сегодня мы с вами поговорим о кистях с сайта AliExpress. Вот этот замечательный наборчик кистей мы сегодня будем с вами обозревать. Я решила с вами поделиться этими кистями и испытать, точнее их. Я их заказала целенаправленно для этого обзора, потому что я постоянно нахожусь в поисках бюджетных кистей каких-то. Блин, их постоянно не хватает. Кистей никогда не бывает мало. И я решила протестировать бюджетные кисточки с сайта AliExpress. Также сегодня тестирую свой новый микрофончик. Вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам мой новый микрофончик. Ну а вы мне напишите, как вам звук. Я стараюсь для нашего канала, я стараюсь максимально новый фон, новый звук, свет на максималках. В общем, я надеюсь, вы это все оцените. Давайте смотреть, ребята, наш обзор. Итак, девчонки, давайте распаковывать вот этот наборчик. Вот так вот он пришел, упакованный в целлофанку, которая очень громко шарудит. Каждая кисть, естественно, отдельно еще запакована тоже в маленький пакетик. Тоже раскрываю, достаю. Ну что ж, я наконец-то добралась до этого набора кистей. Вот весь наборчик. Довольно-таки увесистые ручки. Допустим, кисть от Зоева. Да, стучит точно так же, а кисть от Зоева, она деревянная. Поэтому, да, наверное, ручки все-таки деревянные. Вот эта вот кисточка, она такая плоская, пушистая кисть. Довольно-таки мягкая, набита, в принципе, хорошо, нормально. Растушевочная кисточка. Они все, я вижу, что как будто бы стриженные. Да, я не скажу, что это прям вот набранная кисть. Они все-таки такие местами набранные, местами стриженные. Как-то так немного непонятно. Следующая кисть у нас опять плоская, растушевочная и в такой форме лепестка. Тоже такая вот как бы набранная и стриженная, не понять. Очень мягенькая, очень приятная такая на ощупь. В ней проступают иногда темные волоски. И на ощупь, да, это как козочка. Вот на ощупь идентично кистям Зоева. Следующая кисточка, вот такая маленькая кисть бочонок. Мне, честно, она не нравится. Вот я сейчас провожу, она полностью стриженная. Полностью все ворсинки. Я вижу, что они стриженные. Вот так вот, если касаешься кончику кисточки, очень жесткая. Прям, вот глазу прям... Да, кекс. Представляешь, вот и я разочарована. Следующая кисть бочонок. Коричневого уже цвета. Тоже вообще не понимаю, что это за ворс. Наверное, тоже козочка. Но написано было на сайте, что козочка. Вот. Очень мягенькая, прям приятная такая. Не торчат никакие ворсинки. Да, ни в одной кисточке не торчат ворсинки. Поэтому, ну, как бы все нормально. В общем, вот этой кисточкой пока что довольна. Ну, вот именно тактильное ощущение очень приятное. И последняя кисть, кисть-лепесток такой. Да, все кисти очень хорошо набитые. Эта кисть, я думаю, что будет очень удобно рисовать кат-крис. Прям вот она вот прям ложится максимально комфортно и удобно на глазик. Посмотрим, как эти все кисточки будут себя вести. Посмотрим. В общем, давайте меньше болтовни и скорее приступать. Сейчас я довольно-таки редко крашусь, и у меня, как это, из этого нету возможности проверять некоторые продукты, которые я заказывала. Вот как бы на днях выходили обзоры, можете посмотреть, ссылочка, если не ошибаюсь, здесь где-то должна быть. И, допустим, сегодня я хочу протестировать консилер от компании Jouer в качестве базы под тени. Просто хочу проверить, как будет тушеваться, как будут тушеваться тени на консилере, ну и вообще, как себя будут вести. Я просто накрашусь, как, допустим, нет, Валя, не зарекайся, не как для повседневной жизни, я уверена, что это будет все равно ярко. Ну, в общем, велосипед я выдумывать не буду. Возьму вот эту пушистую кисточку первую. Светлый оттеночек наберу немного. И нанесу на веко. Да, пока что они... пока что такая довольно жесткая, в принципе, кисточка. Если сравнить с Зоевой, то Зоева очень мягенькая. Это такая прям упругая. Я засранка, я их не стирала, правда, после того, как они пришли. Я просто ленивая очень. Не захотела я их стирать. Просто пока у меня есть желание, пока у меня есть вдохновение, я решила вот сниму видео. Все, поехали, поехали. Так, набираю такой средний коричневый оттенок на ту же пушистую кисть. Стряхиваю немножечко и наношу
складку века. Да, кисть пока что довольно жесткая, очень упругая, но вот так прикольно растушевывает. Неплохо. Реально растушевывает очень неплохо. Я думаю, что после помывки ее надо в бальзаме оставить, полежать, чтобы она немного помягче была. И думаю, что будет супер. А вы тоже щипаете брови, когда краситесь? Если да, то тоже ставьте лайк. Я так еле касаюсь к веку кисточкой. То есть вы видите, что я не нажимаю, в принципе, на нее. Чем мягче нажим, тем лучше растушевка будет. Окей, пока что эта кисточка меня порадовала. Смотрите, хорошо растушевала, девочка, деточка. Беру вот такую вот кисть-лепесток и беру темнее оттеночек и наношу непосредственно прямо на складочку. Именно, точнее, в складку века. Отлично наносит. Замечательная кисть. Вот так удобно ее положить и именно плоскостью растушевывать вверх. Возьму кисть-бочонок, темно-коричневый цвет, во внешний уголок. А отлично вообще наносит. И буду растушевывать границами. Ну что ж, давайте делать cut crease. Беру плоскую синтетическую кисточку из этого наборчика. Конечно же, консилер Жуэ. И поехали. Да, очень удобно. Это прям максимально удобно ложится на веко. Так, я возьму снова вот эту вот кисточку. Коричневый цвет. Чтобы вот здесь вот растушевать все границы. Так, я сейчас нанесу остальной макияж, оформлю лицо, брови, пудра, контуринг, шмонтуринг и все остальное. И вернусь к вам, и мы с вами доделаем нижнее веко. Ну что ж, я закончила макияж лица. Я возьму вот эту вот кисточку-лепесток, этот же рыженький оттеночек наберу на нее, наношу на нижнее веко. Соединяю его с верхним обязательно, чтобы не было никаких границ. Вот здесь вот на уголке глаза заломов не было. Очень удобная кисть, реально прям очень удобная кисть. Ведь для нижнего века прям превосходная. Вот сейчас ней рисую, прям максимально кайфую. Возьму вот эту пушистую кисточку растушевочную и просто подтушую нижнюю границу. Затем мы с вами не испытали вот эту вот кисть. Ой, только что посыпалось столько из нее ворсинок. Чтобы все не испортить, я возьму немного светлее цвет. Коричневый нанесу вот сюда на нижнее веко. Такая жесткая кисть, прям очень жесткая у нас осталась. Это злосчастная просто кисть. Она жестковатая такая кисть, конечно, а я на нее прям очень надеялась. Не сильно прям колет. Нет, колется сильно. А! Ой-ой-ой, так такие неприятные ощущения, ребята. Это вообще... Фу-фу-фу-фу! Не нравится мне эта кисть. Вернусь к вам уже с финалочкой, так сказать. А, еще накрашу реснички, губы. Короче, встретимся буквально через секунду. Ну что ж, я закончила свой макияж. Что я могу сказать о кистях? Давайте начнем с фаворитов и закончим как бы полным шлаком. Первая кисть, от которой я в восторге, это вот эта вот кисть-лепесточек такая плоская. Наверное, это плоская растушевочная кисть, можно ее так назвать. Блин, кайфовая кисть, как я уже говорила, собственно говоря, пока наносила тени. Клевая кисть, неплохая, я еще ее именно помою шампунем в бальзамчике. Посмотрим, станет ли она мягче, но именно вот она набита очень мощно, очень плотно. Так что очень много ворсинок. Я думаю, что из-за этого она, в принципе, такая плотненькая довольно-таки. Однозначно фаворит. Супер, реально супер кисть. За свои деньги это реально идеальная кисть. Следующая моя фавориточка в этом наборчике, это, конечно же, пушистая растушевочная кисть. Честно скажу, ничем не хуже как бы кисти от Заива. Вот эта кисть от Заива и вот кисть... Так, кекс. Вот кисть с Алиэкспресса. В принципе, ворс одинаковый, реально, он просто вот идентичный. Я их трогаю,
Это просто помягче, потому что и она стиралась шампунчиком для волос именно, поэтому, возможно, она такая мягкая. Это именно больше упругая, не жесткая, ни в коем случае. Ворс не жесткий, он мягкий, просто она именно упругая. Мне понравилось. Следующая кисточка, фаворитик, это вот эта вот кисть-бочоночек. Тоже понравилось, тоже какие-то мелкие детальки можно на ней проработать, как вот внешний уголок глаза, если вы хотите затемнить только нею, тоже аккуратненько растушевывают. В общем, я прям кайфанула от нее. Опять-таки мягкая кисть, она не набранная, а срезанная, но с набранным ворсом, то есть перемешка, справляется со своими задачами. Я осталась довольна, реально довольна. Следующая кисть — это синтетическая кисть-лепесток. Ну, как бы, что о ней сказать? Обыкновенная кисть синтетическая, которая нормально нанесла консилер, как бы, на подвижное веко для каткрис. Очень удобно использовать, ну, замечательная, клевая кисть, нормальная, хорошо себя проявила. Вот эта кисть... Я ее недостаточно протестировала, не могу ее просто понять, ну, как бы, так сказать, точно, понравилась она мне, не понравилась. Ну, кисть как кисть, она такая жестковатая, немного как попка бобра, пока что неоднозначное мнение, то есть... Ну, такое. Как бы единственная кисть — полное разочарование — это вот эта вот кисточка бочоночек, тоненький шмурдячок, такая непонятная кисть, очень колючая, не понимаю, что они делают. В общем, ребята, вот такой был обзор на этот замечательный набор. У меня очень часто спрашивают, советуются, какие кисти лучше взять. И я обычно реально отправляю людей просто на AliExpress. Да, вы должны, вынуждены, точнее, подождать месяц эти кисти, но поверьте, как для новичка, как для человека, который только знакомится с кистями, оно того не стоит. Реально, оно того не стоит, чтобы тратить на дорогущие кисти, когда можно просто чисто попробовать для начала, заказав кисти, да, хотя бы вот на AliExpress. Набор, который мы сегодня с вами обозревали, как для новичка, реально супер набор. Кисти ручками, то есть всем материалом, реально тупо кисти MAC. Собственно говоря, это все. Спасибо большое, что вы посмотрели это видео. Я надеюсь, вам оно понравилось. Было интересная и полезная эта информация. Вот, не бойтесь экспериментировать. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, нажимайте колокольчик уведомления. Вы знаете, собственно говоря, что делать. Я жду ваших комментариев по поводу видео, ваше мнение по поводу кистей, как вы относитесь к оригиналам, как вы относитесь к подделкам кистей, что вы предпочли бы, скажем так. И вообще, опять-таки, как ваши дела, как ваше настроение, как прошел ваш день. Мне очень приятно с вами пообщаться. Спасибо еще раз за просмотр и всем до скорых встреч. Пока-пока!